Ирина Рифель занимается художественной вышивкой уже 17 лет. Особенность этого декоративного прикладного искусства в том, что прежде чем приступить к работе, нужно нарисовать эскиз на бумаге. Так мастерица продумывает каждый орнамент или узор, подбирает цвет ниток и их сочетания, прежде чем возьмется за иголку. По словам Ирины, ее увлекают масштабные проекты. Одним из последних стала карта региона, на которой вручную вышито 25 районов Рязанской области. Каждый район очень богат колоритным, красивым народным костюмом, который можно узнать по определенному орнаменту. Вот именно эту идею я решила пронести через всю работу. То есть в каждый район я вписала тот орнамент, который наиболее ярко рассказывает о народном костюме, который там бытовал. Вот. И уже некоторые даже подтвердили, знающие, опытные люди, они узнают районы. Каждый регион получился аутентичным. Ирина рассказывает, именно такими узорами люди украшали свои костюмы в конце 18-го, начале 20 веков. У каждого орнамента свой смысл. Этот называется «Рязанские денежки». Им вышит Михайловский район. Михайлов легко узнаваемый. Он сейчас широко используется на информационных стендах, на оформлении города Рязани. Ярко характеризует нашу Рязань, потому что это орнамент именно в Рязани только бытовал. Рязанские денежки, благополучие. Кстати, карта выполнена в технике «Счетная гладь». Это значит, что мастерица кладет стежки строго в определенном направлении, считая число пропущенных нитей. Работа, конечно, кропотливая, признается девушка, но результат всегда оправдывает ожидания. Это никакое не сшивание нескольких полотнищ ни в коем разе. Это одно полотно. Из льна выдергивается определенное количество нитей в одном и в вертикальном и горизонтальном направлении. Вот, поэтому сеточка получается ровная, потому что идет счет нитей. Потом закрепляется эта сетка по краю валиком, и уже на сетку наносится орнамент. В работе помогают пяльца. На них натягивают изделия, и каждый стежок получается ровным. Это очень важный нюанс, ведь нитка затягивается крепко. И в случае ошибки работу исправить уже будет нельзя. Сейчас Ирина Рифель вышивает скатерть. С ней она и поедет на Всероссийскую выставку от Союза художников России. Она пройдет в Москве этой осенью. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».